Когда мир стал старым, и способность удивляться покинула людей. Когда серые города устремились в дымное небо мрачными, уродливыми башнями, чьи тени никому и в голову не приходило мечтать о солнце или цветущем по весне луге. Когда просвещение сорвало с земли ее прекрасное покрывало, и поэты стали петь лишь об изломанных фантомах, смутными глядящими внутрь себя глазами. Когда это наступило, и детские мечты ушли навсегда, нашелся человек, который отправился в запредельные сферы искать покинувшие землю мечты. Об имени и доме этого человека писали мало, потому что они принадлежали едва просыпавшемуся миру. Однако и о том, и о другом писали нечто неясное. Нам же достаточно знать, что он жил в городе, обнесенном высокой стеной, где царили вечные сумерки, что он трудился весь день от зари и до зари, и вечером приходил в свою комнату, где окно выходило не на поля и рощи, а во двор, куда в тупом отчаянии смотрели другие окна. С дна этого колодца видны были только стены и окна, разве что иногда, если почти вылезти из окна наружу, можно было бы увидеть проплывавшие мимо крошечные звезды. А так как стены и окна рано или поздно могут свести с ума человека, который много читает и много мечтает, то обитатель этой комнаты привык каждую ночь высовываться из окна, чтобы хоть краем глаза увидеть нечто, не принадлежащее земному миру, с его серыми многоэтажными городами. Через много лет он начал давать имена медленно плывущим звездам и провожать их любопытным взглядом, когда они, увы, скользили прочь. Пока глазам его не открылось много такого, о чем обыкновенные люди и не подозревают. И вот однажды ночью, одолев почти бездонную пропасть, вожделенные небеса спустились к окну этого человека и, смешавшись с воздухом его комнаты, сделали его частью их сказочных чудес. В его комнату явились непокорные потоки фиолетовой полночи, сверкающие золотыми крупицами. Вихрем ворвались клубы пыли и огня из запредельных сфер с таким запахом, какого не бывает на земле. Наркотические океаны шумели там, зажженные солнцами, о которых люди не имеют ни малейшего понятия. В их немыслимых глубинах плавали невиданные дельфины и морские нимфы. Бесшумная, беспредельная стихия объяла мечтателя и унесла его, не прикасаясь к его телу, неподвижно висевшему на одиноком подоконнике. А потом, много дней, которых не сосчитать земным календарям, потоки из запредельных сфер нежно несли его к его мечтам, к тем самым мечтам, о которых человечество давно забыло. Никому не ведомо, сколько временных циклов они позволили ему спать на зеленом, прогретом солнышком берегу, овеянным ароматом лотосов и украшенным их алыми звездами.